Китай надеется, что Беларусь и Польша решат конфликт без закрытия границы. Валерий Ковалевский объявил о своем уходе из Объединенного переходного кабинета. Эдуарда Бабарика будут судить по новой уголовной статье, а бывший посол Беларуси в Германии скоропостижно скончался. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Но начнем мы, пожалуй, с новости о том, что Китай надеется, что Беларусь и Польша решат конфликт без закрытия границы. Так в Пекине прокомментировали вопрос, который президент Польши Анджей Дуда поднял на встрече с Си Цзиньпином. Китай надеется, что обе стороны будут относиться друг к другу с уважением и решат проблему путем консультаций, чтобы избежать эскалации напряженности, отметили в китайском Министерстве иностранных дел. Напомню, что через границу Беларуси и Польши проходит важный для торговли Китая с Европейским Союзом железнодорожный маршрут. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство может рассмотреть возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за кризиса с мигрантами. Валерий Ковалевский объявил о своем уходе из Объединенного переходного кабинета. Как сегодня стало известно, Валерий Ковалевский уходит с поста заместителя главы и представителя Объединенного переходного кабинета по иностранным делам. Об этом он сообщил в своей социальной сети Facebook. К слову, Ковалевский объяснил решение сложить в себя полномочия возникшими разногласиями в стратегическом видении путей достижения целей демократического движения в организации и тактике ведения работы, а также в подходах к внутренней политике. Помимо этого, сегодня стало известно, что исполняющим обязанности представителя Объединенного переходного кабинета по иностранным делам назначен Владимир Остапенко. Решение о его назначении приняла глава Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. До этого он был заместителем представителя по иностранным делам. Для тех, кто не в курсе, Остапенко – дипломат, кандидат юридических наук. В 2020 году он подал прошение об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Аргентине, а затем присоединился к Объединенному переходному кабинету. Эдуарда Бабарика будут судить по новой уголовной статье. По информации правозащитного центра «Весна», 9 июля сына Виктора Бабарика будут судить по статье о злостном неповиновении администрации колонии. Напомню, летом 2023 года его осудили на 8 лет лишения свободы и не засчитали время содержания в СИЗО КГБ, а это полтора года. Политзаключенный сейчас находится в Бобруйской колонии номер 2, при этом сообщается о том, что на него постоянно оказывает давление администрация колонии. Бывший посол Беларуси в Германии скончался. Почему Министерство иностранных дел Республики Беларусь об этом молчит? Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга» стало известно о внезапной скоропостижной смерти бывшего посла Республики Беларусь в Германии Дениса Сидоренко. Сегодня должны пройти его похороны в Минске, однако никакой информации об этом на официальных страницах Министерства иностранных дел Республики Беларусь нет, что наводит на самые разные подозрения. Ведь замалчивать естественную внезапную смерть чиновника такого высокого уровня по меньшей мере странно. К слову, Денис Сидоренко – выпускник факультета международных отношений БГУ. С 2016 года он чрезвычайный и полномоченный посол Беларуси в Федеративной Республике Германия. В 2024 году он был отозван, а в марте того же года освобожден от должности. Новых назначений Сидоренко так и не получил, что могло стать причиной ухудшения морально-психологического состояния. В общем-то, случай подозрительно напоминает обстоятельства внезапной смерти Владимира Макея, а инсайды о самоубийстве или убийстве, которое тогда отчаянно отрицал режим, приходят в голову сами собой. Ну и напоследок, армянская делегация не будет участвовать в фестивале «Славянский базар» в Витебске в этом году. Об этом заявил Вреш Киракосян, глава делегации и директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства. Напомню, 13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни официальные представители Армении не приедут в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. Ранее он заявил, что две страны, члены ОДКБ, поддержали Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе. Беларусь и Армения вызвали своих послов для консультаций. Киракосян выразил надежду, что политический хаос будет разрешен и отношения между народами снова восстановятся.
Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живи Беларусь!